Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я продолжаю играть в игру под названием Cat Quest. Так, играю я за мага. Так, в общем-то я в прошлой серии добыл себе вот такой вот новый сет. Так, он называется сет дворянина. Так, также в прошлой серии я заполучил золотой ключ, который мне позволяет открывать золотые ящики. Так что мне можно ходить в пещеры. 30 уровень. Ну, в принципе, можно сходить в пещеру 30 уровня. Так. Так, волшебная мантия. Это что-то новое. Нет, это не новое. У меня был этот костюм. В принципе, костюм дворянина намного лучше. Так, тут, да тут все враги с одного удара магией мрут. Так, надеюсь... Хоть он будет живучим. Так, ну-ка. Да, он живучий. Он выдержал два моих удара магией. Ну, точнее, один выдержал, а второй для него был смертельный. Просто если бы я его вручную не добил в рукопашку, то есть не в рукопашку, а вот с помощью физических атак, в принципе, он бы сорно помер. Вингардиум. Так. Это новое оружие. Плюс к магической силе. Отлично. Это то, что мне нужно. Подождите, а почему показывают то, что я ящик золотой не забрал, если я забрал золотой ящик? Тут где-то еще есть секретный проход? Да, тут есть секретный проход. Скелетный шлем. Как много опыта заработал. Кстати, а здесь можно пофармиться? Да, тут можно вот так вот выходить, заходить снова и фармиться. Ой, 45 уровень, а у меня 43. Но здесь меня могут убить. А, мохнатая булава. Это для самурая, наверное, больше подходит. Соперник. Но убить его возможно. Так, ну-ка. Сорну мало восстанавливает жизни.
а? Так, вот я себе запас здоровья восстановил. И мана у меня и имеется. Смертоносный. Так. Ага, здесь камеру отдалять нельзя. Вот мне интересно, здесь есть какой-нибудь секрет? Наверное, все же нету здесь никаких секретов. Так, ну вот с этим монстром надо быть поаккуратнее, он меня может убить. Интересно, я могу такую же магию изучить, как вот он пользуется? Какой он там магией пользуется? Очень мощная у него магия. Так. Еще одну статую нашел. Драконья война принесла много горя этим землям. Но знаем мы о ней лишь то, что два кота стали орудием нашего возмездия. Так. Зимний кряж. 25 уровня задания. Пропавшие страницы. Так, давайте я выполню задание. Заплачу горы золота за любую информацию о Довокоте. О Довокоте. Лара Лофт. А, Кара Лофт. Погоди-ка, так это ты тот самый Довокот, о котором все мурчат? Я Кара Лофт, археолог. Помоги мне найти сокровище Довокотов. Сокровище Довокотов? А? Что? Где? Хочешь, прибери его к лапам. Я серьезно, меня интересует только его история. Меня интересует одна из довокотовских родословных. Кара показывает старую книгу. Это принадлежит одному из первых довокотов, твоих предков. Она укажет нам путь к сокровищу. Но здесь не хватает страниц. Книга старая, так что она, скорее всего, сильно пахнет. Дай нам книгу, и мы найдем эти страницы. Так. Ух ты, 55 уровень требуется. Для того, чтобы данное подземелье пройти. Вон там страница лежит. Да. Что это за чушь собачья? Хм, идем дальше. Так, он для меня опасен. Так что лучше с ним не связываться. Так, это что такое? А, это белки. 60 уровень требуется, кстати. Статуи, смотри. Историки верят, что странные статуи, которые можно найти во всех уголках Земли, это статуи великих древних. Пещера, мы не можем ее обыскать, там чудовища, так и кишат. Перебей там всех. 30 уровень, ну в принципе можно. 30 уровень это...
не такие сильные существа здесь находятся. Кстати, а почему здесь так много выходов из пещеры? Так, а здесь имеются сокровища? Одежда ниндзя. Так, теперь мне нужно как-то ухитриться всех этих троих убить. Но у них очень сильные атаки. Но убиваю я их с одного ударом магии огненной. Так, а сейчас мне мана не хватит. Хватило маны, все отлично. Я без проблем их уничтожил. Вы подняли 3 страницы. Ерунда какая-то. Рр. Может, Кара что-то знает? Мантия белого мага. Не понял. Они меня лечат? Они ману мне восстанавливают. Вы отдаете страницы Каре. Кажется, ты тоже ничего не понимаешь. Мыр, я пытаюсь понять. Спасибо, это помогло. А, страница под охраной. А вы здесь? А, вас-то мне и надо. Я поняла, что нам нужно, чтобы расшифровать эти записи. Кодекс два котов. Хмр. Их кодекс сейчас так просто не найдешь. Поэтому надо заняться расхищением гробниц. Подумай о сокровище. Я буду ждать. Мыр, надеюсь, сокровище того стоит. Тут поблизости есть несколько гробниц. Начнем с них. Чего? Это точно та пещера, которую надо разграбить. Напарник? 55 уровень, блин. Сорок пятый уровень. Сороковой уровень, вот сюда схожу. Мяу, что это было? Да. Это снаружи, давай туда. Снаружи? Вон там, подозрительно. Ни хвоста себе. Погоди-ка, это же кодекс, который мы ищем. Скорее, хватай. Так, значит, мне не обязательно было бежать для этой пещеры. Можно было в любую пещеру зайти и выйти. Так, все, я получил кодекс Давокотов. А что-то ведет нас прямо к сокровищу. Мяу.
Но кажется, оно как-то проверяет нас на прочность. Так, я дал кодекс Кари. Вы нашли его? Вы нашли его? Если честно, я даже не надеялась. Мяу. Сокровище, мы идем за тобой. Я дам тебе знать, когда я расшифрую все слова. Вот твоя награда. Мохнатая броня. Так, археолог в бегах. 35 уровень требуется. Хм, а где Кара? Смотри, там какой-то клочок бумаги. Если ты это читаешь, значит, меня тут уже нет. Не пытайтесь меня найти. Кара Лофт. Ах ты говно собачье. Она что, хочет забрать все сокровища себе? Надо ее выследить, чтобы ее собаки драли. Это что, очередной клочок бумаги? И какие-то бандиты? Эгей, что же... это же Давакот. Он пришел за той книгой. Взять его. Копать мой лоток. Они что, тоже за сокровищами охотятся? Вот почему Кара убежала. Кот с белым мехом подойдет лучше всего. Кажется, это страница из старой книги. Мяу, Каре удалось что-то расшифровать. То бандиты, то маги-изгои. Ух ты! А я ведь успел увернуться. Кота, боже мой, кажется, что все коты от стариков до котят хотят эту книгу. Все стригаются белого кота. Видимо, они завидуют его способностям. И все же белый кот остается верным и добрым. Надо спросить его имя. Тут не часто встречаются белые коты. Тебе не кажется, что... Тс. А вот и Кара Лофт. Как хорошо, что вы не поверили моей записке и нашли меня. Я думала, мне конец. Кажется, всем нужно это сокровище, но оно будет нашим. Ты прав, я почти все расшифровала. Встретимся в городе, а потом отправимся за сокровищами. Так, мне теперь обратно возвращаться. Ну, хорошо, что я умею бегать по воде. Сокровище. 40 уровень требуется. И 20 тысяч опыта дают за него. Наконец-то вы здесь. У меня хорошие новости. Мы добудем сокровище. Я расшифровала всю книгу. И теперь знаю, что это за сокровище. Ну-ну-ну. Сокровище это... А? Да не может этого быть. Привет, тебе Давакот. Мы древние, первые Давакоты. Мы открыли тебе кодекс, и сокровище — это все, что от нас осталось. Мяу, это же твои предки. На паурник. Да, отдай нам сокровище. Отдайте нам сокровище.
Только истинный Далакот может забрать наше сокровище. Докажи, что ты достоин его. Я истинный Далакот? Хотя нет. Отлично, а теперь решающий бой. Ух ты! Дракон. Так, а он меня сейчас ведь убить может так. Так, зря я всю ману потратил. Я просто не знал. Так, мне нужно как-то рассчитать ману так, чтобы на конечного босса у меня много маны осталось. Он тут больно ведь бьется. Так. Так, а вот теперь я сейчас... Так, не, он меня Сорн сейчас убьет. Потому что его атаки очень сильные. Так, но, к счастью, я уже тренировался в таком бою, когда на меня нападал сундук, который ваншотил. Ой, отступай, отступай. У меня есть опыт в таких боях. Ой. Так, все, я его убил. Наше сокровище теперь твое. Так вот, сокровище — это знание и опыт. Извини. Мы на минутку. Ты станешь намного сильнее, а еще... Я теперь знаю историю родословной первых Далакотов. Некар дает вам старую книгу. Там все это есть. Тебе будет интересно. Увидимся, котики. Давай посмотрим, кто этот белый кот, первый Далакот. Это Дракот? Дракот стал великим вождем и избавителем. Он принесет нам победу в войне с драконами. Это же не тот Дракот, или тот? Хм, ну ладно, когда-нибудь мы это выясним. Опыт Далакотов перешел к вам. 47-й. Всего лишь. Так, мы в принципе можем еще что-нибудь успеть сделать, наверное.
пещеру можно попробовать пройти. Так, 40 уровень требуется. Так, а вот здесь у нас пещера какого уровня? 25 уровня. Отлично, вот эту пещеру попробую пройти. Плащ ниндзя. Так, очень что-то я быстро с ними разобрался. Так, ну ладно, можно еще одну пещеру попробовать пройти. Но для начала я сохранюсь. Тут как раз поблизости есть пещера, которая требует 45 уровень, что ли? А, нет, 40, наверное. Да, 40. В принципе, я думаю, справлюсь с этой пещерой. Ладно, хоть по 2 монетки стали давать. И по 2 опыта. Всего лишь-то? Волшебная мантия. Не, ну волшебная мантия не очень хорошая. Лучше мантию мага даже одеть. Но сейчас у меня дворянская одежда, или как его? Дворянина, да. Одежда дворянина. Или не дворянина. Плащ дворянина. И шляпа дворянина. Она намного лучше. Ну ладно, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.